Лещина. Что бы ты выбрал? 1 миллион USD на руки? Буквально 1 лям баксов бумажками? Или 10 миллионов на баланс в казике с условием вывода, чтобы ты сделал x3 от начального балика? Ха. Бля. Вот это да. Вот это вопрос. 10 миллионов на баланс в казике с условием, чтобы я сделал x3 от начального балика? Или 1 на руки? Блять. Понятно, что вообще по идее любой человек должен выбирать 10 лямов на баланс, сделать x3, но 1 лям это слишком много. Понимаешь, хочется верить, что я бы сделал правильное решение, что я бы выбрал 10 лямов на баланс, но я не уверен, что я бы так сделал в итоге. Даже близко не уверен. Бля, сложный вопрос, реально сложный вопрос. 10 миллионов на баланс в казике, очевидно, ну это правильнее. То есть это же не то, что там, допустим, ты предлагаешь 2 миллиона на баланс в казике, и нужно сделать 6. Это понятно, блять, вообще, ну, супер рискованное нахуй нужно. Лучше забрать лям. А тут 10 лямов, вес 1 ляма, но с 10 нужно сделать 30. А в чем еще, кстати, проблема? Подожди, в казиках же нету таких ставок, это надо определенный казик. Там не будут ставки огромные. Какая нужна ставка, чтобы сделать 30 миллионов? Тебе в крэпсе не дадут поставить 10 лямов, очевидно, блядь. В рулетке, в крэпсе, где угодно тебе не дадут. То есть сделать 30 лямов? Где вообще можно сделать 30 лямов? В слотах? По какой ставке? Даже ставка 1000 бачей, это где она есть вообще такая ставка? Далеко не везде. Нужны определенные казики. В лайвах точно ты не сможешь там поставить не то что 10 лямов, ты даже 5 лямов не сможешь. Ты даже лям не сможешь поставить в лайвах. Это очевидно, ну блин. Да, в итоге это получится невыполнимым заданием. Как сделать из 10 лямов 30 лямов, если ставки ограничены? Даже в самых как бы казиках, где там куча денег, не знаю, какой это вообще назвать, казик, пример, что привести. Ну, короче, в том, что там в лайве не будет возможности поставить там с... там лям или даже полляма, я уверен, такого не будет. Хуй поставишь. Мэби, я не прав. Ну, конкретно в крэп зайти я не могу себе представить ни одного казика, который дал тебе поставить 1 лям в крэпсе. Нету пути, вообще такое не верю. Да, в этом была бы проблема, поэтому в любом случае, получается, забрал бы лям. Потому что как я буду выигрывать 30? Как я их выиграю? Если я не смогу сделать ставки большие. А если не смогу сделать большие ставки, время будет играть против меня. Чем больше я играю, тем больше вероятность, что я проиграю. Единственный шанс адекватно выиграть, это чтобы поставить сразу 10 лямов. Ты ставишь сразу 10 лямов в крэпсе, выигрываешь, у тебя 20 лямов, допустим, да? Потом снова ставишь 10 лямов в крэпсе. И может быть у тебя уже 30. А если пытаться, блядь, ставить там по 100 тысяч, ты так никогда 30 не сделаешь. Невозможно. Тебя разнесут. Да и то. Я никогда не видел казика, где можно поставить 100к в крэпсе. Короче, получается, все упирается в том, что вообще в целом казики это по большому счету для людей, у которых нету большого количества денег, правильно? Потому что если бы тебе дали большое количество денег играть в казино, ты бы, получается, не смог бы там играть нормально. Ты был бы ограничен ставками. Вот и все. Поэтому надо забирать лям. Все, я решил, забираю лям. Точно. 100%, блин. Это и так было, ну, как бы, жалко терять гарантированно, типа, лям, это же вообще нереально много. А еще если задуматься, что 30 лямов не получится выиграть с 10. Я не думаю, что получится, то слишком маловероятно. Прощавайте! Люби глядачи.